Итак, всех приветствую. Значит, число у нас 14 июня. Вы, как всегда, зашли на канал Власова Продакшн. И сегодня я вам покажу, как исправить такую тему. Установил я, значит, 11 Android. У нас прошивка 12.0.1. Установил через три точки. То есть скачал и поставил поверх 10 ведра 11. Казалось бы, что могло пойти не так, но через полдня, наверное, где-то у меня телефон просто помер. Невозможно ничего делать, клавиатура не работает, постоянно какие-то кнопки просто, но не нажимаются, вот ты тыкаешь на них, есть даже анимация, что ты на нее нажал, но как бы буква не появляется. Постоянно ничего не листалось, то есть в меню заходишь, меню не листается, в какой-то части экрана не листается, и такое постоянно. Значит, проблема все-таки была мной решена, я уже даже загрузчик поставил на разблокировку, то есть там надо ждать неделю. В общем, замучился, непонятно было, что делать, потому что помимо всего этого скачать... Ага, произошла ошибка, и вот такая вот тема. Ничего нельзя сделать с этим. Пока что не знаю, вот эта вот ошибка, которая вылазит, она конкретно у меня, или из-за прошивки, или сервера просто у них полегли, но это не суть. Главное, что все остальное я исправил. То есть дальше уже за прошивками буду следить в теме, на Mi Community, там буду смотреть. В общем, переходим по ссылочке в описании и скачиваем прошивку, ту же самую, то есть ту же самую прошивку 12.0.1. И просто устанавливаем ее еще раз поверх. То есть вот мы потыкали на вот этот значок, у нас включился полный режим дополнительной возможности. Нажимаем «Выбрать файл прошивки». И, соответственно, выбираем нашу прошивку, которую мы скачали по ссылке в описании. Вот. После этого у нас даже все файлы останутся. То есть приложения, которые у нас установлены, они останутся. И все. Соответственно, после этого у нас телефон перестанет лагать. Хожу второй день уже, как с перепрошитым телефоном. Пока что... Никаких косяков замечено не было. Абсолютно. То есть на прошлой прошивке косяки даже искать не приходилось. Они просто были кругом и всюду. Сейчас же все хорошо работает. Все хорошо нажимается во всех частях экрана. Никаких фантомных нажатий. Ничего такого нету. Единственное, пока что не знаю, вообще батарея как-то... Ну, в принципе, возможно, нормально. То есть с 9 утра приблизительно до 8 часов. То есть телефон не заряжался. Находится в основном всегда в 100% яркости, потому что на улице очень солнечно. Включена передача данных, включено определение местоположения. Ну и Bluetooth еще, соответственно. И все пока что, ну, вроде как-то так. То есть, не знаю, сами уж смотрите, жрет ли это батарею или нет, по-вашему. Ну, как по мне, вроде все в порядке. Кстати, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк, чтобы не пропускать какие-то интересные и полезные вещи. И если у вас есть желание, можете меня отблагодарить. Заходите в комментарии, там будет донат Alerts, либо даже мой Сбербанк. То есть до этого никогда не оставлял свои реквизиты, но если у кого-то есть желание, если кому-то особенно этот способ помог, и вы будете настолько довольны, что все-таки решите мне какую-то благодарность отправить. Всем спасибо и всем до скорой встречи. Пока.